застройки и запретить в том месте выше 6 этажей. Там существует рядом дом 6 этажей. Но храм, если там поставить, то там вообще строительство нельзя вести. Его будет видно, поверьте, вот в ясную погоду с моря из 30, из 50 километров будет видно. Это место для храма. Но раз так люди себя ведут агрессивно, понимаете, я не могу через чью-то судьбу или через чью-то мнение переступить. Мне нужна консолидация. И, в принципе, люди должны сами прийти. И еще раз повторю, не мы, значит, те, кто придет после нас, вот посмотрите, там будет храм. Понимаете? Спасибо, Сергей Павлович, спасибо. Тут казаки сказали, даже сказали, ну, спасибо. Да, конечно же, нам нужно возможность использовать для того, чтобы строительство храмов в районе. Спасибо большое.